Всем привет и добро пожаловать на канал Bibi Taki Dolls. И сегодня мы с вами распакуем новую куклу Lucia Zadra из линейки Fashion Royalty от Integrity Toys. Эту куклу я купила довольно давно, полгода назад. И наконец мы с ней встретились, и я могу ее распаковать. Thank you.
Perfect. Появилась у меня в коллекции. Мне она очень нравится. Очень нравится ее строгое лицо, красивая прическа с такими крупными волнами, потрясающий пеньюар, красивые черные тканевые туфельки, очень красивый серый корсет с черным кружевом. Немножко мне не повезло, потому что у этой куклы есть небольшой брак.
И в одном ушке у нее что-то с дырочкой для сережек, как будто бы внутри есть либо сгусток клея, либо какой-то сгусток пластика, и сережку вдеть невозможно. Я пыталась иголкой себе помочь и проткнуть то, что там внутри, но это что-то очень твердое. Снимать голову я не хочу и проверять, что там внутри, так как боюсь, если честно, снимать голову, не умею этого делать и этим не занимаюсь. Поэтому будет она у меня без сережек, но ничего страшного. Ее сережки поносит кто-то другой, а у нее такая объемная шевелюра, что вполне можно и без сережек. Но в целом кукла мне очень сильно понравилась. Я рада, что она теперь в моей коллекции. Давно хотела себе именно Лючию в коллекцию. И расскажите, как вам кукла? Понравилась ли она вам? Есть ли она в вашей коллекции? Или, может быть, вы хотели бы ее приобрести в свою коллекцию? И теперь она будет радовать и меня, и вас на большом количестве разных фотографий и новых видео. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. И если это так, то не забудьте поставить лайк и написать какой-нибудь интересный комментарий. А мы с вами встретимся очень скоро в новых видео.